чей такой? Доберман. Серит, блядь. Всем доброе утро. Поехал я на сборку мебели в город. Каникулы продлили еще на неделю. В Двагис посмотрел по картам, пробок нету. Все нормально. Погода у нас минус 2, сегодня плюс будет. Кто смотрит без подписки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сборка кровати идет. Еще 2 шкафа надо будет собрать. БУ мебель. Макс, короче, бомбуча взял вот этот в одного и унес его туда. Фига ты терминатор, Максимка. Вот это надо собрать. Что тут 2 шкафа из этого? Такой собрали. Шкаф угловой еще. Вот шкафчик. Вот такой. Кровать еще вот. Все собрали за 2 часа где-то. Заказывайте у нас сборку, грузоперевозки, грузчиков. Все есть в наличии. Как все тает вообще. Лето пришло, Максимка. Заказывайте грузоперевозки, у нас грузчики есть, все делают качественно, быстро, курьеры, доставка, сборка мебели, грузоперевозки. От, от 1,5 тонны до 3, до 5 тонн, короче, грузоперевозки есть. От 1,5 до 5 тонн грузоперевозки. Пятитонник 32 куба. Погода вообще кайф. Вот Максимка. Парк такой. В березах весь. Елки еще насажены. Все, до Нового Ленина едем. Погода класс. Плюс, по-моему, даже. Идем на вечерний переезд. Вон Витян уже ждет. Подъехал. Музыку там качает. Витян в строю теперь, все. Будем работать. Все, помчали мы на переезд. 9 часов. К 9, но. О, Витян рацию повешал. Да, смотри, какие четкие губы сидят. Стекло. Стекло? Прикольно, прикольно. 15-й канал. Че, никто не базарит? Нет. В 22-й переходи, того Галяджи сидит. Что-то. В 22-м? Тарахтит. Но оно только в Питере, не в Иркутске. Все, сейчас за 40 минут пораньше начнем. 17-й. Да. Она говорит, что-то ребенку наберу или что? Она говорит, дома какие-то домофоны модные. Все открыли. Они реально открыли какие-то. Но новые какие-то. Все, грузимся. Короче, 3-тонник заказали, а вещей вообще мало. Сейчас закидаюсь, покажу. Сумку сюда поставили, чтобы дверь не закрывалась. Вот и вся погрузочка. Плохо видно. Вот еще баул. Все. Поехали. И выгрузка тут же. 100 метров проехали. И выгрузка, да, сразу. Все, закончили. Будка пустая. Подзмокли немного. На 3-й этаж затаскивали. Короче, бабули заработанные.
За сколько минут ты говоришь? 20. За 20 минут. 20 минут начали. Ништяк. Сейчас что, без 20? 20. Ну, пока-то у вас уходили. 30 минут, короче. Нормально, нормально, что? Деньги любят счет. Давай. Я думал. Всем привет, друзья. Приехал в юбилейный. Надо, вчера позвонили, попросили диван собрать. Тут где-то Макс, вон он стоит, Макс. Ждет на парковке. Еще дальше поедем. Тут недалеко. Надо диван будет занести с балкона и собрать, попросили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот он уже стоит, пальцы показывает. Подъехали мы на адресочек. О, как тут тихо, спокойно. Микки Маусы какие-то там нарисованы. Так, что берем? Берем шурик и молоток. Я думаю, этого будет достаточно. И помчали. Что-то ты в нос базаришь, Максимка. Смотри, тут как балкон разрисовали. Что ты? Нет у нас ничего покушать. Так, домофончик есть? Нет? Тут вообще, да, березнячок такой. О, дергай дверь. Подъездики цивильные, видишь? Что, третий этаж, походу, по две квартиры на этаже. На этаже. У вас? Да. Здрасте. Разбываемся, да? Ну, это, где-то, там он Бахиров есть. А, Бахиров он дотянет. Давайте. Здравствуйте. Да, конечно. Бахилки. Бахилки. Так, раздевайтесь сейчас. Кресло надо сюда вот только передвинуть. Да, это вот часть от дивана. Ага. Когда забирали отсюда кровать. Остатки тут? Остатки на, тут, тут на правом. Болты там лежат 4 штуки на окне. Как его собирать? Он что-то весь разломанный. Ну, сейчас помойки принесли. Нет, на нем спали, на нем жили. Давай, что стоишь-то? Ставь. Короче, диван там весь разломанный. Собирать там нет смысла. Просто прокатились, деньги забрали. Все, мы освободились, Максимка, за 5 минут с тобой. Что дальше делаем? Где заявочки брать? Футбол пойдем. Ага. На улице снег, какая футбол. Куртку брать. Своим телефончиком снимаешь. Куртку брать надо было мне, и все там. Не бы. Гонщики, я ебу нахуй. Там бы еще. Любители погонять. Кули раскидали, что на третий этаж. Что там? По 25 кулей. По 24. Нормальный ход. Подожди. И туда наверх. Ты что-то вечно поешь какой-то хрень. Руки. Вон 55-й. Я на нем и поеду. О, тут как всегда. Да это ебанутая, но вот эта вот дорога, она бесит. В гору, блядь, стоять. Пес сейчас еще лезть. Вот он сзади 55-й, где надо на него успеть. Тыкает нахуй. Если мне жарко, я что сделаю-то?
Стоим в пробке, Максимка психует, говорит, где заказы? Прикинь, такую чушь выложить, люди подписываться начнут. Сейчас там просмотров-то 5 нахуй. Максимка такой сапожник вообще. Вот еще один 55-й. Откуда у вас столько взялось? Что-то подломились, а парни. Кабину открыли. Съехали, что ли? Аренда. Тут был офис. Машины продавали. Зимой тут машину брали. Ты брал? Нет, этот. Сеструха брал. Hyundai Solaris. Вот моечка. Автоматическая бесконтактная мойка. Ты ездишь в такие, нет? Я на речку только езжу. На речку он ездит. Своим ведерком. Валерка. Он. Сейчас домой приедем, как обычно, кто-нибудь позвонит. И опять на заявку поедем. Это аварийная. Это ихняя аварийная. Автобусы тянет на жесткой цепке. Вот на такой. Постоянно причем она ездит за автобусами, кто сломается. Да, да, если сидеть заявки ждать, выжидать, то их, бери, то их, вижу, то их не будет. Сейчас домой доедем. Покушать не успеем. Опять ехать. Время у нас 12:23. Никто не работает, улицы пустые. По Лермонтова едем. За ковида этого, локдаун. Мы только с Максимкой работаем. По красоте всегда, да? Там сзади 55-й едет, как раз успеваю на него. Тут всегда пробочка такая, вот на этом светофоре. На Академгородке. Остановка, по-моему, называется. А, это госуниверситет. Академгородок дальше. Кому нужны в городе Иркутске грузоперевозки, переезды, грузчики, сборка мебели, курьеры, всем занимаемся, обращайтесь. Пишите в Инстаграм, в личку. Инстаграм в описании. Подписывайтесь. В этом доме раньше я жил. В 2014, где-то 2013 году. По Розе Люксембург, остановка Спутник. Вот он. Снимали мы там с Серегой. Квартиру на улице плюс 3. Весна пришла. Вот как я и говорил, только приехал домой покушать успел, и позвонили сразу. Надо ехать, получается, на Чудотворскую. Там ремонт двери купейной. Все, на этом ролик буду завершать. Всем пока.